Прошло 5 минут матча, и вдруг игра остановлена. Разве так бывает? Это же финал турнира. Оказывается, что да. Сегодня еще и финал спортивной карьеры. Александр Сосницкий, бессменный вратарь «Металлурга», принял решение уйти из большого спорта. Чувства, я просто не могу даже и рассказать, и передать. Вот эти, все перед глазами, вот эти 26 лет прилетели, как будто вот 5 минут. И слезы на глазах были, то есть прям, я не знаю, вроде эмоции. Тяжеловато, я вам скажу, то есть уходить со спорта. Действительно, долгих 26 лет во вратарской зоне. Александр – потомственный вратарь. Его отец был кандидатом в сборную Советского Союза по мотоболу. Еще совсем юным мальчишкой он привез своих сыновей из украинского города Харол в Полтавской области в город Видное. Я помню, приехали до Нефонтина Валерия Георгиевича. Как-то разговаривали. Я ему говорю, возьми старшего брата, чтобы легче было. А чем он занимается? Ну, говорю, на воротах стоял в футбольной команде. Ну, привози, мы посмотрим. Привезли его туда, Видное. Ну, понравилось. Оба сына смогли проявить себя. Младший Владимир стал капитаном команды, а старший – одним из лучших вратарей за всю историю мотобола. Это грустный, конечно, праздник. Уходить из спорта, которому отдал около 30 лет, конечно, грустно. Ну, Александр достойный был человек. Саша, может, бронзовый призер, я думаю, лучших вратарей за всю историю советско-российского мотобола. Его имя теперь навсегда вписано в летопись мотобола. За годы пребывания в спорте Александр 22 раза становился призером чемпионата России и Кубка страны. 15 раз был чемпионом Европы. Александр Алексеевич Сосницкий носит высокое звание – заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Это поистине выдающийся результат спортивного долголетия. Тренеры и спортсмены говорят, что хороший вратарь – это полкоманды. Александр Сосницкий в полной мере соответствует этому изречению. Сегодня Саша отдал свою игровую майку молодому вратарю «Металлурга» с надеждой на то, что он также стойко будет охранять ворота от мячей соперников. Легендарный игрок. Вот, держался в первом составе очень такой большой срок. Вот, на самом деле это тяжелый труд, вот, который он, да, прошел. Просто вот куча похвалы, на самом деле, уважения к этому человеку. Александр Алексеевич Сосницкий, замечательный спортсмен, многократный чемпион Европы, хороший товарищ, всегда в жизни помогает друг другу. Хочу пожелать ему семейного благополучия, здоровья и долгих лет жизни. И чтобы не забывал команду «Металлург». Саша уходит с поля, но уйти из команды не готов. Он остается в клубе и станет полезным команде, но уже в другом амплуа. Александр поставил очень высокую планку в вратарском искусстве, мотобольном. И, естественно, я понимаю, что мою игру на дальнейшем будет сравнивать с игрой Александра, и этому надо соответствовать. Потому что это мастер непревзойденного класса. Безусловно, в России, в Европе, можно сказать, в мире по-любому. Вот. Ну, естественно, я знаю, что он остается в штате команды, будет на тренерском посту, вот, нас будет дальше готовить. Естественно, опять же, он в повседневной жизни тоже абсолютно себя нашел, у него есть работа, у него есть хорошая семья. Так что, в принципе, остается пожелать, чтобы все было так у него дальше хорошо. Я надеюсь, что он найдет себе еще потенциальные возможности, его еще не использованы. Я думаю, что он все-таки найдет свое место в составе «Металлурга», но уже как в руководящем составе. Или, может быть, тренером за вратарей. Ну, то есть, я думаю, он окончательно из «Металлурга» не уйдет. Я думаю, что никогда. Номер один. Под таким игровым номером Александр Сосницкий провел свою славную продолжительную карьеру в мире мотобола. Номером один он стал и в глазах всех любителей этого вида спорта. Поэтому неудивительно, что сегодня в свой прощальный матч на нем футболка с надписью «Спасибо за все» и «Всегда с вами номер один». На память повешу, буду гордиться этой майкой, внукам буду показывать. Нет, Саша, это не финал, это начало другой спортивной жизни. Вперед, Александр Алексеевич! Вперед к будущим победам уже своих воспитанников. Елена Бабина, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.